На протяжении всего года мы активно работали с жителями города, проводя различные опросы общественного мнения, проводили голосование по комфортной городской среде. Вот. Жители всегда активно откликались на наши предложения, пожелания. Вот. Но, к сожалению, к великому, не все вели себя в должной мере разумно. Что я имею в виду? Вот мы сделали хорошее дело налей шахтерской славы «Скорбящей матери». Уложили брусчатку, сделали освещение, все. Вот сегодняшний день уже 6 светильников новых уже сломано. Их просто сломали. На той же аллее, вернее, сквере Марины Сергеевны Ладыниной, первый день, когда восстановили 17 светильников низеньких, их все сломали. Крепление отломали просто напрочь. Воровали кабельную продукцию. И сейчас на сквере 30 метров кабеля опять украли. Тот, который на амфитеатр идет. Его просто вырезали и унесли. Вот, его опять нужно менять. Вот, приобретать, менять. И... А он не закопан в землю. Это кабель, который идет под сиденьями. Вот, горело, перестало гореть, приехали. И... Поэтому я вот о чем хочу сказать. Мы много сделали и много еще сделаем для благоустройства родного города. Но очень важно, чтобы жители относились к тому, что сделано уже бережно и рачительно. Ну, может быть, как к своему имуществу.